В Дагестане за соблюдением масочного режима в транспорте продолжает следить полиция. Так, в Дербенте продолжаются рейды в общественном транспорте. Напомним, что 1 октября руководством Дербента было подписано постановление, по которому ношение масок в общественных местах становится обязательным в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Те, кто без маски в маршрутке, пожалуйста, выйдите с маршрутки. Без лишних разговоров и без руганий. Я вас попрошу, выйдите все. Инспекторы ГИБДД останавливают автобусы, участники рейдов проверяют наличие у водителя и пассажиров средств индивидуальной защиты. В случае, если в маршрутном такси находятся люди без масок, перевозчику грозит крупный штраф. Кроме того, пассажиров без масок просят покинуть салон автобуса. Хочу напомнить, что к административной ответственности за нарушение масочного режима привлекается водитель маршрутки. Статья 20.6, часть 1 КУАП РФ. Штрафы там от 30 тысяч до 500 000. В связи с этим компанией-перевозчиком принято решение, что пассажиры, которые не будут носить маски или будут отказываться ее одевать, они будут высаживаться из маршрутки.